feel good. I had time to recover, to rest, and I'm happy to be back. We realized that we didn't play good defense first half. Second half we step up, we play much better, and this is what gave us a big lead in the third quarter, and this is why, you know, it was easy in the end of the game. Просто собрались, начали играть в баскетбол, начали очень хорошо, 18-6, потом расслабились, они забили несколько таких бросков тяжелых и почувствовали игру. Ну, в три четверти мы их остановили, они, в принципе, ничего и не показали. Но они бились, молодцы, стараются, ребята хорошо играют. Но нас не обыграют. Отдыхать с семьей буду, готовиться к Новому году. Уже, в принципе, все подарки купил. Осталась неделя до Нового года, и буду готовиться к нему. I'll go with my girlfriend to France. I know.